общаешься, когда ты строишь нетворкинг, ты больше узнаешь. Когда ты общаешься и узнаешь опыт другого человека, ты понимаешь, что это очень круто, и ты, смотря на это, ты сам тоже вместе с ним развиваешься. Это очень круто. В первую очередь, конечно, KG 2021 — это нетворкинг. То есть они устраивают нам встречи, которые для обычных студентов журналистического факультета недоступны. То есть мы имеем возможность общения с довольно крутыми профессионалами в своей сфере деятельности, а также то, что встречи проходят онлайн, это еще больше упрощает нам задачу, так как мы можем общаться одновременно с людьми с разных стран, то есть со всей Центральной Азии. Так что мне кажется, что это очень классная возможность для всех. Цель моего участия, получается, я сама учусь на журналиста на втором курсе БГУ, и, конечно, мне было интересно сюда попасть, так как я видела эту программу, что здесь очень классные менторы, что здесь будет, ну, очень классно. Вы знаете, я искала себе программу и рассматривала несколько вариантов, остановилась на данной программе, потому что она мне более-менее подходит. И она напрямую связана с моим проектом, который я буду реализовывать. Каждый модуль данной программы, он подразумевает реализацию моего проекта, который будет моим следующим этапом. Я вообще не знала вначале, что существует такая программа. Несколько моих знакомых журналистов отправили мне ссылку и предложили принять участие, потому что я люблю принимать участие в подобных мероприятиях. Мне было очень интересно. В прошлом году в Фейсбуке я видел пост и хотел заполнить анкету, и всем своим друзьям тоже советовал об этом проекте. Я узнала об этом проекте у своих знакомых, они мне порекомендовали. Это мои однокурсники также говорили, что хороший проект, и я не пожалела, что подавала. Я родом из Ташкента и узнала об этой программе в социальных сетях, в частности на странице Instagram Американского университета Центральной Азии. Раньше я уже слышала об этой программе, но, к сожалению, в прошлом году ее пришлось отменить из-за карантинных мер. В этом году мне посчастливилось принять участие в этой программе. Я очень благодарна представителям, организаторам за теплую встречу, теплый прием, за то, что представители смогли приехать в наши города, города наших участников, и провести очень полезные тренинги. Ну, получается, я специально начала обновлять почту чаще, так как я знала, что будут объявляться результаты. И, получается, я зашла на почту, смотрю, здравствуйте, вы прошли, я была очень счастлива, я там начала сразу бегать, прыгать. Я узнала много новых жанров, которые не учат в университете, например, как создание подкастов и дата-журналистики. Это очень креативно написано, все подготовлено. Тема, storytelling и вообще дата-журналистика — это то, действительно. Больше всего мне понравилось изучать расследования и подкасты. Мне нравится в этой программе это то, что мы не только изучаем только теорию, но используем свои навыки на практике. Операторскому мастерству, как можно снимать, какие планы. Кроме профессиональных тренингов по журналистике, мне очень понравился тренинг Айджаны Джумалиевой о лидерстве. В резиденции отеля «Хаят» мы очень долго говорили о том, какие лидерские качества можно развить в себе, основываясь на том, что вам действительно нравится в жизни. Я считаю, что для журналиста это очень важно, так как мы действительно создаем мнение в обществе. Среди них мне больше всего понравились тренинги по цифровым расследованиям, где нас менторы из Армении, из Кыргызстана научили, как геолоцировать фото и видеоматериалы. Особенно больше всего запомнилось, как мы находили локации фото, записок сторонников ИГИЛ и онлайн исследовали группы сирийских беженцев. А на курсах по медиаграмотности нас научили, говорили о том, какие данные собирают о нас социальные сети и кто и как может ими воспользоваться, в каких целях. Мне больше понравились сессии с Беллингкэт, сессии по дата-журналистике, потому что в университете мы даже не говорили о дата-журналистике. Для меня это было нечто новое.
И мне очень радует то, что в Ташкент вот приехали представители АУЦА, и это очень круто. Курс по фактчекингу и курсы вообще сотрудников Беллингкэт – это было что-то поражающее, это было очень круто. Безусловно, я буду использовать и практические навыки, которые нам давали на онлайн-сессиях, а также, что, мне кажется, даже более важно, это использовать этот коннект, который сложился между журналистами с разных стран Центральной Азии, потому что мы действительно такой необычный, уникальный регион, мы очень близко друг к другу, и нам определенно стоит больше взаимодействовать, проводить какие-то совместные проекты. В принципе, я буквально все запомнила, и я уверена, что все, что было в университете, я буду применять на практике. Очень понравилась команда тренеров, которые пригласили для проведения занятий. Очень понравились темы, понравились разделы, которые вообще были, то, что мы проходили. Полученные знания от программы КДВИ были очень ценными. Конечно, в своей профессиональной деятельности я буду применять эти знания. И очень благодарна этой программе за то, что позволяет студентам любой расы, любой национальности и с любыми финансовыми возможностями участвовать в такой программе. Тут главное желание. В дальнейшем я хочу больше снимать, делать фотографии. Я очень рада, что попала на данный институт. И за очень короткое время я получила много новых знаний и огромный опыт журналистики и не только. Конечно, хотелось бы еще раз повторить этот опыт, потому что это бесценные знания и навыки, которые мы получаем за время обучения в школе. Я уже благодаря этому участию в этом институте получила колоссальные знания и навыки. Я планирую реализовать эти знания в профессиональной работе, в процессе написания статей. Я получила очень много полезных навыков по сторителлингу, по написанию статей, по созданию подкастов. И я надеюсь, что у нас с ребятами получится создать очень сильную команду, с которой мы вместе будем работать над международными проектами.